Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня у нас в гостях Владимир Шимшук, автор книг, писатель. Также он изучает древние наши славянские веды, нашу древнюю историю. И сегодня он поделится с нами тайными запретными знаниями. Добрый день, добрый вечер. Значит, я сегодня хотел посвятить свой этот вебинар тому, что, в общем-то, является тайной именно в космическом масштабе разных цивилизаций, о чем не принято говорить. Эту информацию я уже пытался несколько раз сообщить, и она все время пропадает. И у меня пропадает, и у тех, с кем мы пытаемся говорить на эту тему. Но думаю, что, Валерий, у вас это не должно случиться. Да, ну вот сейчас проверим, да, случится, не случится. Значит, в чем, собственно говоря, заключается тайна вот этих всех цивилизаций, которые долго живут? Конечно, очень много ведь цивилизаций однодневок, к которым нас тоже пытаются отнести, потому что у нас же всю божественную систему-то убрали, но еще это вот ультиматум Владимиру был нашему, который красное солнышко, он вынужден был 70 тысяч богов закрыть, создать сначала пантеон из 6 богов, ну а потом вообще сделал даже не из богов, а из якша, который, в общем-то, командовал у нас, ну он командует, в общем-то, галактикой, это Бриарий, вот, и он на сегодняшний день, он даже не бог. У нас богов нет. Поэтому у нас шаманы, вот они ведь с богами-то ведь не работают. Они работают только с духами. С духами природы, с духами людей, с духами всяких спасов там. Но нет вот этих богов. А боги есть естественного происхождения, а есть искусственного происхождения. Но они тождественны между собой в реальности. Все зависит от степени намаливания. Намаливания и длительности. Потому что чем длительнее работаю с богами, тем более они становятся сильными, и тем более становятся сильными их почитатели и их хвалители. Потому что тут есть обратная связь. Мы хвалим богов, боги, в общем, вот, отдают нам дань, так называемую. Но не дань, а дату. Они дают дата. Дать. Вот поэтому у нас всегда и дань день, и дата. То есть мы принимаем от богов благодать какую-то. И вот одна из таких вот загадок, но она для всех, в общем-то, это загадка. Это, в общем-то, цивилизация, даже имея всего лишь двух человек за 1000 лет, но все равно долгоживущие, там длительно живут индивиды, вот, они могут размножиться до 400 вертолеонов человек. Ну, это вот когда два человека родилось, только лишь два за 1000 лет. Они еще двух родят через 25 лет, через 25 лет еще двух. Ну, и так вот получается 400 квартиллионов людей способно дать такая вот... То есть это перенаселение однозначно. У нас планета, ну, в общем, можно 5, это оптимально, да, но можно 10, можно 15, но это уже напряжно для планеты. Причем ведь у нас, видите, планета-то вообще, 2/3 это вообще вода, водная гладь, которая, в общем-то, поглотила у нас сушу. У нас вообще-то раньше не было такого количества воды, но это после апокалипсиса произошло. Потому что появились океаны, появились моря, ну и естественно, что количество сейчас вот людей, которые могут, ну они уже зашкаливают фактически. Но фактически-то они зашкаливают не из-за того, что у нас на Земле много. В реальности нам хоть и говорят, что у нас 8 миллиардов, у нас нет 8 миллиардов. Тот же Китай, там у них вот последняя перепись 1,4 миллиарда. Вот 1,4 миллиарда, ну там 500 миллионов, допустим, Европа, ну столько же, может, чуть больше, Америка Южная, ну Африка там тоже не такое уж большое количество. Короче говоря, там, ну 5 миллиардов это максимум, который можно набрать
земля. Основное перенаселение у нас – это внутренняя земля, конечно. Внутренняя земля и, прежде всего, Швабия, в которой сейчас уже, по их же данным, 4 миллиарда человек, их людей. Вот. Ну и они вот собрались выходить наружу, да, сейчас, вот из внутренней земли. И поэтому им нужно пространство, и поэтому нас, в общем-то, стараются сейчас уменьшить. Сирия, там Израиль, Иран, в общем, конфликты все эти провоцируют для того, чтобы уменьшить население Земли и, в общем-то, расселиться здесь. Но это одна из таких предположительных, я бы сказал, гипотез. А так, в принципе, собирается вообще убрать нас с Земли и заселить. Так вот, значит, для того, чтобы цивилизация все-таки жила, ну, например, наша то же самое цивилизация, у нас же люди все смертные, да, недавно только бессмертие-то мы отказались, ну, вернее, вынуждены были отказаться, нас принудили к этому. Вот Владимир, собственно говоря, вот он вводил перевоплощение, вот первая реформа. Канона, это наша священная книга, это был Танах, который вел перевоплощение. Но, тем не менее, все равно народ размножался, у нас все-таки длительность была неплохая по продолжительной жизни. Хотя сейчас до 60 там снижать пытаются, до 70, но это все равно, это еще долго, много. И все равно это идет перенаселение, потому что одна пара, она все равно же размножается, и следующие пары размножаются. Вот. И поэтому вводят, как правило, в этих случаях возможность, значит, сокращения населения за счет, например, наркотиков или за счет того же поедания людей. Ну, у нас, вот, например, поедание, оно же достаточно широко распространено. Это вот религия Бон, которая предполагает человеческие жертвы. Ну и, в общем-то, у нас количество людей, исчезающих, особенно детей, за год, астрономическое, в той же Америке, но в Соединенных Штатах там 300 тысяч, это озвучил Трамп. То есть откуда такое количество исчезнувших детишек? Понятно, что они идут на всевозможные обряды, ритуалы, то есть сокращают таким вот образом население. То есть та закулиса, которая сейчас правит, они сохранили за собой, естественно, бессмертие. У них есть так называемый остров миллионеров. Ну, так он, это Валентин Зорин в свое время озвучил. Хотя вот Валентин Зорин, я вот его сейчас читал, мне прислали, потому что я читал давно. И я вот не нахожу той информации, которая была. Но это обычные дела, когда пытаются сокращать. Да, то есть. Они же там Манделы переписывают книги. Скорее всего, это он. Да. Ну и поэтому они, в общем-то, нас размножают для того, чтобы прогресс все-таки был, потому что когда люди бессмертные живут, долго живут, и у них, в общем, особо ничего не меняется, но они в творческом отношении ничего из себя не представляют, потому что, если они даже бесконечно там и совершенствуются, да, все равно какая-то устоявшаяся структура жизни, в общем-то, сохраняется, и люди особо ничего не меняют. Ну и поэтому нужны люди, которые перевоплощаются, которые растут, познают мир и что-то изобретают. Ну, допустим, в Советском Союзе очень много было изобретений, которые ушли на Запад. Я сам с этим столкнулся, у меня тоже ушло изобретение на Запад. Вот, и после чего я не стал больше изобретать ничего, во всяком случае, фиксировать эти изобретения. Потому что, в общем-то, все это идет в итоге именно за кулисье. То есть это не Запад тоже это не использует, естественно. Но нам говорят, что ушло на Запад. В реальности это уходит вот параллельно вот эту структуру закулисную, которая, в общем-то, здесь правит балами. Конечно, можно сделать просто не размножающихся людей. Это тоже тип цивилизации, но они бессмертные, но не размножающиеся. Такие цивилизации есть, они сами в себе, но они никуда не стремятся, ничто у них не происходит, они просто законсервированы. Это тот же тип, вот, когда
ну, вот буддизм, цель, да, прийти к нирване. И, в общем-то, погрузиться в эту нирвану и больше не перевоплощаться. Но это тоже как бы средство, вроде как бы бессмертия, вроде как бы цивилизации, но это тоже путь никуда. Потому что, ну, будете вы в этом блаженстве, ну, а что с этого толку-то какой? То есть понятно, что цивилизация при этом никакого прогресса, никакого развития не имеет. Ну, можно там использовать наркотики, например, но это для того, чтобы сокращать население. У нас это, кстати, широко применяется, но это применяется опять. Мы видим, что это идет от закулисы, потому что всякие попытки от наших спецслужб накрыть все эти артели наркодельцов, да, они ни к чему не приводят. Потому что у них достаточно высокий уровень развития вот этих технологий, который позволяет им уходить от ответственности, тем не менее уничтожать людей. Дальше, значит, у нас есть еще такой вариант, когда, значит, у нас есть закулиса бессмертных, есть, значит, люди, которые размножаются, но они не бессмертные. Но у нас они не просто не бессмертные, размножающиеся, но они еще не имеют бессмертия души. Понятно, что у нас души все используют на гавах. На гавах и вот воплощение в эту гавахию, где из них выпаривают, просто выплавляет этот гавах. Ну, то есть это реальный ад, который в свое время был обнаружен с помощью сверхглубокой кольской скважины. А потом, значит, вот в Азербайджане такая же была скважина, потом в Германии и в Соединенных Штатах. Ну, может быть, там вот Китай сейчас тоже собирается бурить, не знаю, что там. Смогут ли они вообще опубликовать, если они добурятся до этих вот городов подземных, в которых вот выпаривают людей на головах. Выпаривают, в общем, мучают, короче говоря. Ну и они эту мученическую философию нам, в общем-то, здесь пропагандируют, называют нас всякими именами мучеников для того, чтобы мы мучились. И мучились, и получался как можно более жирный гавах для них, потому что гавах – это энергия страдания, но она очень энергетична, и она идет на обеспечение энергии вот этих цивилизаций, паразитов, которые, в общем-то, у нас здесь царствуют на сегодняшний день. И вот один из таких вот еще вариантов – это когда у нас люди размножаются, но их периодически отстреливают, то есть стравливают друг с другом. Поэтому делают всевозможные противоречия между, ну, нациями, понятно, а могут даже сделать и противоречия просто в одном, так сказать, месте. Ну, вот, например, Украина и Россия, да, казалось бы, один народ, но стравили. А перед этим стравили германцев и тоже Россию. А Германия, она тоже говорила на русском языке, как говорят те, которых захватывала Германия. Ну, то есть, которые пережили оккупацию, они, в общем-то, свидетельствуют, что немцы, но их не немцами называли, а германцами тогда, еще тогда назвали германцами, а немцами их стали называть после как раз Сталинградской битвы, когда, в принципе, вот эти казаки, которые в действительности были немцы, подошли и собирались вместе с Германией напасть на большевиков. Но Гитлер договорился со Сталином, и все переиграли. Германия и Россия, СССР, они напали на вот этот, на эти войска немцев, да, и поэтому сейчас германцев стали немцами называть. А вообще немцы – это наши казаки, не мы, которые были. Ну, даже в таких простых вещах, где, в общем-то, куча всевозможных. Те, которые участники всех этих событий, это было, ну, сложно скрыть, тем не менее это скрыли. Скрыли и, в общем-то, все переиначили. И нас застали заблуждаться. Ну, очередная иллюзия. Так вот, и, значит, могут делать так называемые зондеркоманды, которые, в общем-то, просто отстреливают людей, вот, которые имеют большой же возраст, их отстреливают. Но их всегда отстреливали, там, когда 300-летних отстреливали,
это был специальный указ Петра, и 500 летних отстреливаев. Ну, разные периоды по-разному было. То есть боролись с возрастом. И они представлены, как правило, интендантскими так называемыми войсками. В свое время у нас, значит, ребята, которые участвовали в югославском конфликте, да, ну, участвовали с нашей стороны, то есть посылали кого туда. Они освобождали, допустим, деревню, да, когда возвращались, ну, отступали, а деревни нет, она все, там все сожжено, людей нет. Вот, никто ничего не знает. Они стали тогда оставлять, посмотреть, кто же что такое творит, почему людей-то нет, почему все дома-то сожжены. Вот и заметили, обратили внимание, что как только, значит, наши уходят дальше, приезжают так называемые интендантские войска. Интендантские войска – это, ну, тыловые сотрудники, но военные. Вот, и они, значит, отбирают население какого-то поселка, какого-то села и города, да, забирают все крупные и мелкие вещи, вот. Потом приезжает еще одна команда, еще там их отбирают. А вот третья команда, она уже расстреливает, вешает, угоняет и сжигает все. Вот, а делают все одни и те же люди, с одними и теми же, так сказать, опознавательными знаками, военными знаками, вот, которые, в общем-то, уничтожают таким вот образом людей. Но их стравили сначала, да. А поскольку они, значит, делают это все под эгидой, так сказать, под маркой и знаменами какой-то одной из воюющих сторон, то есть они разжигают ненависть друг к другу. Потому что те же думают, что вот они же все это сожгли. А в реальности это третья сила. Третья сила, которая, в общем-то, не принадлежит нашей вообще цивилизации. Ну и вот исследования в свое время, это еще 19 век, исследования были сделаны, да. Оказывается, у нас вот вампиризм, ну сейчас вот вроде как и нет вампиризма, да, а в 19 веке там, ну, не было газеты, чтобы про вампиров там что-нибудь не писали. В реальности это болезнь, которая вызывается бешенством, разновидность бешенства. И самое-то интересное, что ее, в общем-то, в 19 веке лечили. Но у нас бешенство лечат, в принципе. Вот, и вампиризм тоже лечат, но сейчас его не лечат. А это правда, что они пьют кровь, они могут жить очень долго? Или они просто пьют кровь, но живут как все? Нет, вот они живут реально долго. Дело в том, что они после того, как напьются крови, они засыпают. И засыпают на очень много, на 50 могут лет заснуть. И больше бывает заснуть. У нас ведь каждые 50 лет фактически начинаются то войны, то эпидемии, то пандемии, то революции, то голодоморы. В общем, каждые 50 лет, если посмотреть на это, потому что они 50 лет спят. Когда они просыпаются, вот из них формируют эти интендантские войска, они заражают новых людей, потому что их укус, он, в общем-то, передает это бешенство, и люди начинают, в общем-то, вести себя как вампиры. Вот, хотя были вот описания случаев, когда... Ну, муж и жена, да, вот они просто друг друга пьют кровь периодически, но и никого не заражают, себя только, друг друга только заражают. Но таких-то мало примеров. В основном они вот именно участвуют во всевозможных этих интендантских войсках, потом в зондеркомандах участвуют, отстреливают людей, которые долго живут. Ну, и тоже, конечно, используют. Ну, и потом нам все говорят, что там Чупакабра какая-то, да, что она вот это вампир. Нет, Чупакабра это вообще вымышленный. Еще ни одну Чупакабру не поймали. Вернее, сейчас ловят каких-то там животных, неизвестных животных. Но к Чупакабре, к вампирам они никакого отношения не имеют, естественно. Причем они не только у людей пьют, они и у животных пьют. И, причем нам говорят, вот Чупакабра пришла. Там клетки этих кроликов, да, и там замок, там, ну, его не оторвешь лапой или рукой. Надо, ну, монтировкой или еще чем-то. Вот сорван замок, и все кролики, там у них кровь выпита. Понятно, что это дело рук человека, но, во всяком случае, разумного существа.
которая может вскрыть замок. Животное не вскроет замок, естественно. Поэтому нас тут много всякой лапши на уши. И вот они составляют и зондеркоманды, и интендантские войска. Но это те, которые как раз вот уменьшают количество людей. Можно, конечно, пойти по пути, и некоторые так и идут, когда, значит, у них половина, значит, бессмертных, они и размножаются, но только дети у них смертные. Вот такие тоже есть цивилизации. Но дети смертные, не всякий родитель позволит детям своим умирать, если он сам бессмертен. Поэтому это не очень распространенная форма, потому что надо же все эти привязки как-то с ними совладать, а не каждый может это сделать. Наиболее, конечно, распространеннее это когда бессмертные, значит, бессмертная закулиса, а смертные все люди. Но у них продолжительность жизни, она вообще должна быть 20-30 лет, вот чтобы не размножалась вообще, стабильно находилась в одном, так сказать, балансе. Ну, таких, в общем-то, у нас тоже есть племена, которые 20-30 лет, 30 тоже долгожители, а так 20 небольшим лет, ну и все. Они успевают только размножиться и умереть, и все. То есть одну пару родить, и одного там человека родить, и все. Это цивилизация, но это наиболее такие распространенные формы могут быть. А можете уточнить, вот они пьют человеческую кровь, в каком количестве вот надо выпить, да, чтобы омолодиться? И пьют ли они кровь животных, или подходит только человеческая кровь? Ну, они пьют любое, и животных, и человека. Ну, 2 литра, 3 литра могут выпить. Ну, 6-7 литров всего крови-то в организме. Ну, обычно 70 килограммов человека, но у него там 7 литров крови. Ну, вот у него практически половину выпивает. И он, понятно, что он уже не жилец после этого. Ну, а если он и выздоровеет, ну, то он сам становится вампиром. Потому что он заразился уже этим вампиризмом. Ну вот, чаще делают симбиоз, вот, потому что, ну, когда вот сами себя поедают, да, вот в свое время англичане, они столкнулись с такой проблемой, они давали коровам, вот, и, ну, там же коров их перерабатывают на все, и остатки им превращали это в порошок и давали в пищу. И коровы заболели энцефалитом. Поэтому те, которые, ну, как бы человеки, и едят человечину, да, у них начинается энцефалит мозга. То есть это проверено, это факт. И, в общем-то, а энцефалит – это врождение, это гибель. Не важно, что вы там назвали себя бессмертным. Вы себе подписали приговор. Поэтому происходит обычно симбиоз. Ну, вот у нас сейчас как бы правит Римская империя, то есть писинаги и писиглавцы. А они, в общем-то, не с земли. Они могут есть, в принципе, человечину, не вредя себе. Потому что, ну, они едят ее. Но они, помимо того, что они едят, там у них и рестораны, как мы знаем, используют там живых людей, там мозг у них поедают, закрепляют человека, едят мозг. Но у живого человека. Или, например, они там устраивают эти бои гладиаторские, у них до сих пор процветает, то есть они стравливают там разных, то есть иногда идет бой не один на один, а группа на группу, или там нация на нацию, в общем, и еще у них очень любимое, это когда там, допустим, гоблины и мы, или там гоблины и лилипуты, или там, допустим, даже гномы. Гномы еще меньше лилипутов. Так что там 20-30 сантиметров всего лишь на все. И вот эти вот, или орги тоже, но это все воочию делается. То есть они, ну, не просто паразиты, они и извращенцы еще к тому же. Потом ведь у нас, смотрите, вот от них идут эти волны. Волны. То, что вот у них сейчас вот садизм, например, да,
У нас ведь люди тоже садисты почему-то появляются. А это волны. Волны, которые идут именно от завоевателей, от как раз от Римской империи. Или мазохисты там появляются. С чего вдруг? Люди все здоровые, нормальные. Потом у них вдруг такое появляется. Ну, потому что недалеко где-то у них, обычно там где-то в каких-то подземельях, да, ну, или даже в домах. У нас много домов, там не обозначено вообще, что за учреждение здесь находится. Но это вот по Москве, я сужу, по Питеру сужу. У них вот просто дом какой-то, да, а там в реальности это вот как раз завоеватели. Завоеватели, которые, это может быть их не театр там какой-нибудь, или там еще что-то, где они смотрят эти гладиаторские бои там, или эти все оргии всевозможные, которые там проходят, но для того, чтобы заражать людей. У нас же, смотрите, тюрьмы, например, да, вот они, если вы посмотрите, все города, тюрьмы везде всегда в центре. Ну, исключение Москва у нас, потому что тут 9 тюрем. Но чтобы покрыть все это пространство именно отрицательными эмоциями. Потому что человек ведь попал в тюрьму, он испытывает негативные эмоции. Испытывает, ну, например, стенать. Да? Стенать, ну, это как бы плакать, кричать, там, значит, истерить. Есть стенка. И стенка, происходит от слова «стенать» в реальности, да? И у нас тюрьмы, они так и назывались, за стенок. Но у нас много названий тюрем, потому что в разное время разные были идеи, кого туда сажать. Потому что когда вот казаков сажали за то, что они казали, а они разговаривали на нашем, ну, то есть разговорном языке, звуковом, вот стали казематы, да. Когда там сажали аристократов, да, арестантские стали называть. Аристократы — это в реальности название первых христиан, потому что у нас у Христа реальное его имя Арист, поэтому аристократы. А крест сам получил после того, как женился на Марине Магдалине. Марина Магдалина, есть такая икона Вознесения Марины Магдалины, она антка, она вся волосатая, и она вот возносится. Но в реальности она была супругой. Нам хоть не говорят про это, что она всего лишь навсего ученица. Но, тем не менее, она была супругой. Точно так же, как у Владимира, Анна, которая принцесса Византии, она же тоже была анкой. Ну, почему он и стал императором Византии в свое время? Об этом все, конечно, в истории у нас забыли. А вообще-то это все, значит, вот так вот и происходило. Ну и помимо того, что, значит, у нас тюрьмы в центре, да, они, люди, вот все отрицательные эмоции, какие там происходят, они все людям передаются. Поэтому людям и передаются все эти оргии, которые происходят у закулисы, и они не люди. И все эти извращения, которые они используют, да, против нас, они все появляются у нас в обществе. Ну и потом у нас элита, она больше всего подвержена этому воздействию, потому что они всегда близко к завоевателям находятся. Ну и потом они даже и знают, что это завоеватели. Понятно, что и у них вот эти все извращения проявляются. Ну и потом еще, ну вот этих вот типов их, ну, в общем-то, конечно, тут все не перечислишь, да. Но это вот основные типы, которые у нас царствуют в нашей галактике. Наша галактика вообще, она достаточно порочная, потому что, ну, вот те, кто стоит там за вот этой, за кулисой, нам уже пытались вот те же веганцы помочь, с которыми мы общались напрямую, лично общались, но и они же уехали, улетели. То есть они не стали нам помогать, даже не объяснили причину. Ну, уже потом стало известно, почему они улетели. Потому что они договорились, и им не надо было с этими, с этой закулисой сталкиваться. Ну, а то, что, в общем-то, не про всех все знают, ну, потому что у нас 400 миллиардов звезд, да, в нашей галактике. Понятно, мы про всех все не знаем. Ну, и про нас тоже не все все знают. И то, что здесь вот так вот произошло, что нас опустили, что был апокалипсис, потом был Армагеддон. И мы фактически сегодня стоим у, ну, разбитого корыта в качестве рабов, опущенных.
и, в общем-то, которым практически ничего не светит. И нас подвели к тому, что сейчас у нас собираются вообще переселить, потому что у них же образование в их руках, медицина тоже в их руках, все в их руках. И они рулят так, как им удобно, так, чтобы мы не могли вырваться из этого капкана, в котором мы сегодня находимся. И вот в ближайшее время, в силу того, что они нам внушили, что Земля плоская, что Солнца нет, звезды — это лампочки, там, другие там говорят, что это кристаллы на небе, на тверди, да. Ну, то есть совсем уже опущенные. То есть это уже говорит, что мы неразумные. Ну, а с неразумными они сразу выходят из-под юрисдикции галактики. У нас нет ни свободы воли, у нас нет никаких прав вообще. Мы можем и имеем право только умереть. Ну, поэтому нас собирается, как в свое время, исполинов выкинули с Земли, да. Точно так же сейчас и нас пытаются переселить на Нибиру. Ну, хоть и говорят, что она улетела, но это нас все время успокаивает. Нам все время говорят, что уже наша победа близка. Но если мы не сами, нам никто ничего помогать не будет. Это мы уже убедились, сколько раз мы призывали то одних, то других, то третьих. Да? Ну, вот самый такой показатель — это веганцы. Больше каких-то таких вот контактов, договоренностей не было. И поэтому сейчас, я думаю, исполинов выкинули на Немезиду, которая сейчас уже улетела, и там они все погибли, естественно. Она летит по холодной Солнечной системе, в которой чем дальше от Солнца, тем холоднее. А галактика хоть и светит, до галактики пока долетишь, где тепло и светло, да, ну, пройдет как минимум там 100-200 лет. Но за это время, естественно, там никого не останется. Ну и нас на Нибиру. Нибиру тоже сейчас, она же вращается вокруг Альфа Центавра и Солнца. Вот, 3600 лет. Ну и из них вот 100-200 лет это будет полет по холодной Солнечной системе, где минус 270. Это температура, которая, в общем-то, ну, против нее ничего невозможно сделать. Это только в скафандрах, космических скафандрах, которых, кстати говоря, работать даже невозможно. Вот так вот вкратце сегодняшняя ситуация по космосу, как все произошло и как все происходит. И нам, которым, в общем-то, придется все равно, если мы освободимся, нам все равно придется выбирать, какой тип цивилизации мы будем использовать. И бессмертные, и умирающие, да, ну или, значит, только смерть с перевоплощением. То есть в любом случае этот вопрос, он остается открытым, и это за будущим поколением решение этого вопроса. Что же сейчас вообще можно сделать? Потому что видно, очевидно, что пытаются уничтожить всю славянскую нацию, а также всех евреев. По сути, если можно так сказать, то украинцы, ну и славяне в целом, это все-таки потомки ариев, да, а евреи — потомки анунаков. То есть две благородные цивилизации пытаются полностью стереть с лица земли, вообще уничтожить, и никто ничего не делает. То есть можно сделать вывод, что в этом мире практически нет живых проснувшихся людей, которые готовы поднять восстание. И что делать, я не представляю, если честно. Ну, вот смотрите. Хотя вы заметили, сейчас вскрывается вся правда. Вот этот скандал с рэпером Пидиди и так далее, вся правда вскрывается постепенно. Возможно, мы сможем как-то пробудить людей все-таки. Ну вот смотрите, что касается анунаков, правильно это вообще-то говорить анунаги, вот, ану и наги, но это они и обезьяны с одной стороны, а с другой стороны и наги одновременно. Потомков их, да, в действительности много среди евреев, но они все не наши. Потому что сейчас евреи всех записывают, а в реальности евреи — это, во-первых, жрецы, потомки жрецов, но это те, которые земляне. А у нас в основном, кто нам гадит и вредит, это все рептилии в реальности.
Но подставляют евреев обычно, да? Ну, но это рептилии. Вот у нас ведь почему называют Сион? Сион. Это правильно, это кино. Кион, да? Кион – это вообще кинология, это наука о собаках. Поэтому сионизм – это в действительности тоже псиглавцы. Это они, да, они среди евреев их много, но они к евреям никакого отношения не имеют, естественно. Но нам подставляют, мы смотрим, многие же сейчас не боятся, что они евреи, да, они говорят, что евреи. Раньше как-то старались это скрыть, да, сейчас, ну, когда перестройка была, да, они спокойно стали говорить, что они являются евреями, да. Но на них-то думают, что это они все делают у нас в обществе, что это вот вся эта банковская структура, это все евреи, что это, ну да, это евреи, но только не наши евреи, а вот именно сионисты, те, которые имеют псиглавское происхождение или псинашское. И потом ведь, видите, мы можем, конечно, противостоять, да, вот если бы мы могли собирать те же самые вот открытия, изобретения, которых нас лишают, а мы могли бы это все где-то аккумулировать, ну, вот как, например, наши спецорганы, они аккумулировали, вот у нас ведь тот же КГБ его уже 6 раз реформировали, вот, и многие люди, которые имели какие-то изобретения, они, в общем-то, ну, их используют. Понятно, что это просто микроцивилизация в нашей цивилизации. Но если бы они как-то бы консолидировались с людьми, с народом, но этого же не происходит. Да этому и не позволят сделать эти, опять же, завоеватели. Та, которая правит, та закулиса, которая сейчас имеет место быть. Но у нас закулиса это в основном как раз вот Римская империя, в которую входят и псинаги, и псиглавцы. В свое время входила и Византийская империя, но Византийскую выкинули после того, как там Владимир возглавил и явил войну псинагам, псиглавцам. Но за счет из-за этого он и поплатился своим троном, да, и, в общем-то, он и погиб из-за этого. Они ему это, естественно, не простили. Но Византию выкинули. А Византия – это веси и анты. Анты – это люди-обезьяны, которых мы сейчас знаем как вот снежных людей. Они очень сильные. Их не берут ни пистолеты, ни автоматы, ни ножи, ничего. Но у них мощное поле, оно очень вязкое. Их не пробить даже ничем. Ну и, естественно, они все равно продолжают править над человечеством. У нас, помимо, значит, и византийцев, у нас есть и черти, которые тоже управляют, но это косоги бывшие. Они косоги недавно совсем от нас ушли. Они же в лагерях, но и в тюрьмах тоже сидели вместе с нами. Ну, потому что они очень такие, ну, вороватые, и они очень легко сотрудничают с администрацией, поэтому их козлами-то и называли. В честь них козел так и осталось. Это тот, который, в общем-то, сотрудничает с администрацией. Но это старое понятие. Не только косоги были, те же самые вот русалки. Русалки же тоже были не так давно у нас. Они же вместе с нами даже учились, потому что в школах остались вот эти анкеты врачебные, да, где написано состояние легких в скобках жабр. Какие жабры? То есть народ уже не помнит про это, да. Вот, но тем не менее, и русалки, они почему русалки? Ну, потому что мы же были крещены русу в свое время, поэтому мы русские. Хотя нам говорят, что это нация, но это свист. Это вообще конфессия, это, ну, это как раз вот начало православия. Русские. Ну, а русалки, они тоже были крещены русу. И поэтому у них это... И не только русалки были крещены. У нас же вот эти все сегодняшние виды, которые бегают там по лесам и по горам, да, они все, в принципе, в прошлом когда-то разумные виды, которые были превращены в процессе вот именно вот этих магических войн
в разные виды. У нас их 19 отрядов на сегодняшний день насчитывается. И 19 отрядов, 19, вернее, официальных походов было у нас на Землю, крестовых походов. Это все инопланетные захваты нашей планеты. Но и тем не менее, они, в общем-то, смогли захватить Землю. А вот как вы думаете, для чего вообще здесь находятся существа из других планет? То есть, вот, например, скажу за себя, я не отсюда, я вообще из Атлантиды, но я желаю этой Земле добра. Как мы вообще вот сюда попали? Почему мы сюда попали? Вот какая ваша версия? Потому что я здесь точно не должна быть, но я здесь. Но я хочу помочь людям. Мне не нравится совершенно то, что здесь происходит. И таких, как я, атлантов, я также знаю, и они категорически против вот этого разбоя, который тут творится. Что же нам делать? Дело в том, что у нас вообще откуда много так национальностей на Земле? У нас ведь официально сейчас насчитывается 7125 языков, да? А народов, только вот 6 тысяч посчитали, и все. Их в действительности гораздо больше. Просто никто не считает, никто не берется за это дело. Народы все, которые и разные языки, культуры, они прибыли все с погибших планет. Погибших планет, которые погибли в результате апокалипсиса, когда нам был предъявлен ультиматум. Ультиматум, чтобы мы, в общем-то, прекратили экспансивное развитие и перешли на перевоплощение, что у нас не должно быть бессмертия. Ну и в реальности мы, в общем-то, от бессмертия отказались. Владимир, собственно говоря, в тонах, которые он вводил, он ввел перевоплощение. То есть душа бессмертная, а тело физическое смертное. Но этого сейчас и этого нет, потому что у нас перевоплощение было запрещено в конце 18 века. Перевоплощение запрещено. И поэтому сейчас мы умираем, и души идут на ковах. Вот. Нам надо возвратить вот это перевоплощение, хотя бы то, что сделал Владимир. Вот. Ну и я не говорю, что мы должны вернуться к бессмертию, но перевоплощение и жизнь, в общем-то, какое-то количество, не 50, не 40 лет, как сейчас вот происходит, да, то есть понижается планка вот этой жизненности нашего населения. Ну, хотя бы там 100-150 лет вот, жить. Но, тем не менее, в общем-то, нам и этого даже не дают сейчас сделать. И вот тех планет, которые у нас были в нашей Солнечной системе, да, говорят, Файтон и все, да. Вот, в реальности у нас было вот количество планет столько же по массе должно быть, сколько масса Солнца. А это, если даже брать вот такие, как Земля, да, это как минимум где-то 300-500 тысяч планет. Но они вращались все после, орбиты Нептуна, потому что там было светло и тепло, потому что свет шел от галактики. Причем он шел, мощный, потому что галактика-то же светит здорово очень. Там же и Солнце, это центральное, находится в галактике. Но это просто скопление много звезд. Но там, правда, не биологическая уже форма жизни, а кремниевая форма жизни. Но на периферии галактики, на которой мы находимся, в общем-то, тут углеродная форма преобладает в основном. Хотя есть у нас и другие формы жизни, потому что у нас камни те же самые, но они минеральная, жизнь, да. Но там не обязательно силициум, кремний. Там может быть и сера, может быть и фосфор, что угодно. Не обязательно углерод или обязательно там кремний. Они потому что и размножаются, и передвигаются. Об этом просто они рассказывают, но это есть в природе. Хотя, в общем-то, это известные факты. Известные факты, но широко не представленные для населения. Так вот, с тех планет, которые вот уничтожали у нас, если было пол лимона практически планет, так вот они оттуда все бежали на Землю, на Марс, на Венеру, которые потом тоже пострадали очень сильно. Вот, Венера пострадала, и Земля тоже пострадала. Потому что оставалось много людей, которые не хотели терять бессмертие свое, да, вот. Мы их убивали. То есть вот столько планет, это сколько народу было уничтожено. У нас там
были океаниды. Вот у нас в греческой мифологии сохранилось где-то около 3000 океанид имен. Вот. Ну и, значит, этих тоже где-то несколько тысяч вот этих разных категорий. Бессмертные, там боги, потом нимфы, вот, ну, их 24 было таких вот категорий. Это были остатки, названия вот этих погибших планет. И они практически все здесь. Поэтому у нас 6 тысяч, которых насчитали народов, а их больше, конечно. Это все разные национальности. Потерявшие свои планеты. Они погибли из-за того, что не хотели принимать перевоплощение и смерть. Вот смерть мы совсем недавно приняли. Это вот 17 век начались, появились могилы. Вот в таких крупных городах, как Варшава, там, та же Москва, там, ну, везде могилы стали появляться. Вот 17 век. До этого вообще никакой смерти не было. Вот потому что все недавно было. Последние 500 лет у нас произошло смена 5 цивилизаций. То есть вот гекатонхейры, потом, значит, титаны, потом исполины, которых выкинули с земли, потом атланты, которая утонула. Но там атланты или море утонули, да? Потому что они остались вот на старых картах. Атлантида – это в Атлантическом, а Лемурия – это в Тихом океане. И в тибетском фольклоре, или как его назвать, то, что, в общем-то, цитирует Блаватская, да, они тоже говорят, и Лемурия была, и Атлантида была, и они вот погибли. Но последняя-то гибель – это была Арктида. Арктида утонула, которая вызвала всемирный потоп. Но сейчас вот из-за того, что если сейчас вот война произойдет, а все сделано для того, чтобы она произошла, ядерная именно война, у нас опять возникнет выброс огромной масс воздуха в космическое пространство, у нас упадет давление, и начнут снегопады, которые заполонят Арктиду и Антарктиду. Но в силу того, что они там никуда не деваются, они... но Арктида-то уже затонула, но затонет теперь уже Атлантида. А Атлантида, если она затонет, она, во-первых, уже не 1,5 километра даст. Даже там поменьше, 200 км была волна. Вот. А здесь уже будет 3,5, 3,800 где-то волна, потому что это глубина вот этого Тихого Атлантического океана. Вот. А такую волну, конечно, вряд ли кто сможет пережить. Тем более, если раньше у нас все-таки были летательные аппараты, которые могли подняться в воздух и сохранить хоть какое-то количество населения. Сейчас у нас на самолете долго не пролетаешь. Уничтожили. Ведь были дирижабли для огромного количества людей. Их все тоже уничтожили, 100%, для того, чтобы проще было делать катастрофу. Да, да, да. И вот и поэтому вот сейчас надо приложить все усилия, чтобы вот этой войны не произошло. Хотя, когда говорят, что войны не будет, не будет, она будет. Вот если они говорят, наоборот, будет, да, возможно, не будет. Все наоборот происходит. Ну и с этими евреями тоже не надо заблуждаться по поводу того, что нам всегда ставят ложные цели. И в данном случае подставляют евреев. Ну, сейчас вот русских подставили, что они, значит, во всем виноваты, да. Перед этим германцев подставляли, тоже они во всем виноваты. То есть всегда есть у них способы кого-то подставить. Но в реальности подставляют это рептилии. Они себя могут выдать и за русских, и за евреев, и за германцев, за кого угодно, для того, чтобы вызвать ненависть народов против вот данной группы населения или там религии или еще чего-то. Это их обычная тактика. Они все время стравливают людей и чужими руками друг друга убивают. Вот я помню, что именно вот из-за того, что стравили лемурийцев и атлантов, также как бы они друг друга просто разбомбили. То есть это типичная тактика, и что просто поражает то, что люди так и не могут увидеть, что есть третья сила, которая ими манипулирует. Они не хотят этого видеть.
Я даже не знаю, мне иногда кажется, что, возможно, этот мир достоин того, что с ним происходит. Иначе почему они сидят, сложа руки? Возможно, эта раса вообще людей никак не может вырасти из своих подгузников, что с ними все время так обращаются. Ну, в принципе, вы правы. То, что у нас, в общем-то, создают вот именно такую аморфную массу из людей, да, то есть это и с образованием связано, и с отсутствием мотивации. То есть у нас люди-то не мотивированы, а немотивированность, она приводит к аморфности. Но даже возьмем Россию, да, сначала, когда дали возможность, разрешили делать бизнес, сколько было бизнесменов, куда они все делись? Или в могиле, или сидят, или за границу уехали. Ну, вот от бизнеса ничего не осталось. Понятно, что сейчас кто-то, если захочет что-то сделать, он еще 100 раз подумает, стоит ли это делать. Но я думаю, что в других странах, ну, там может быть побольше возможностей, но из-за того, что там вот эта гендерность вся эта, потом, ну, прочие вещи, которые тоже дезмотивируют человека. Потому что когда ты, в общем-то, родился мужиком, а тебе говорят, что тебе надо еще определить, какой у тебя пол. Но люди же, они же реально задумываются, какой у него пол. Может быть, ему в действительности нравятся мальчики. Ну и понятно, что если человек изменил себе пол, ну он уже, какая у него мотивация может быть? Понятно, что никакой. Вот. Сейчас очень многие пожалели, потому что им промыли мозги с детства, и они теперь типа в шоке. Очень много статей в интернете, что они теперь не знают, как им жить. Их жизнь поломана из-за того, что типа государство заставило их сменить пол. И этих историй все больше становится. Так что вы правы, действительно промывают мозги очень сильно. Ну, это все захватчики делают. Понятно, что нормальные люди, они этим заниматься не будут. Но они вообще в эту сторону не думают. Ну, вот наше поколение. Мы не знали, что есть такие мысли у кого-то, да? Все было обычно, все было нормально. Ужасно. Непонятно вообще, как дальше двигаться. А вот, может быть, вы в медитациях получали какую-то информацию или видели ближайшие ветки развития сценария нашего будущего, что они сейчас планируют. Потому что такое чувство, они постоянно, вот нас постоянно потрухивает, и в многих частях тоже, и вечно сбоят мессенджеры. То, ну вот, видно, что они как будто тестируют обрубание связи по всему миру. Возможно, они обрубят вообще свет, связь и что-то устроят, как думаете? И бункеры же они построили все. Все шишки построили себе бункеры. Возможно, они хотят сделать какой-то очень серьезный катаклизм в ближайшее время, или это не так скоро? Нет, это может произойти в любой момент. Может даже сейчас произойти. Они же, ну смотрите, вот спровоцировать ядерную войну ведь очень просто. Вот эти летательные аппараты, неопознанные летающие аппараты, они сколько раз подлетали, да, к какому-то объекту военному, да, и сообщали, что летят, значит, наши ракеты, ну, у американцев. Там мгновенно все становились, значит, готовыми дать отпор, и, пожалуйста, они бы и дали отпор, если там прямой связи бы не было, да, между президентами. Но и сейчас они это спокойно могут сделать. Тем более у нас такая вот ситуация в стране, что, ну, будем так говорить, что непонятно вообще, кто сейчас управляет. У нас же Госдеп главный, фактически, да. Но Госдеп, он не сам против себя, а он тоже подчиняется закулисье. Ну, а закулиса, она, естественно, может запросто сделать так, чтобы война произошла. Ведь предыдущая война, которая произошла в 19 веке, она тоже была спровоцирована. Это не то, что юг и север решили, значит, войну создать. Она была спровоцирована. И спровоцирована, опять же, закулисьем. Но в результате цивилизация атлантов погибла. И потом еще и смыло, то есть от них ничего не осталось. Вот этих высоких людей, которые там 4-6 метров, их раз-два и обчелся на земле осталось-то. Ну, правда, хорошо, что они есть, но все равно.
Вот у нас и даже исполины еще есть, которые около 20 метров высоты. Они тоже есть. Ну и гоблины, и лилипуты, и карлики, и гномы, и даже эльфы. Все сохранились. Но они из себя не представляют ни государств, ну какие-то вот частные поселки. У нас, кстати говоря, много вот микроцивилизаций существует. И вот, как вы говорите, там бункера настроили. Бункер, он ничего не решает. Но он решает, ну да, вы сохранитесь. Но вас тут задавят. У нас, во-первых, если эта земля будет заселена, вот, все вот эти, которые карликовые микроцивилизации, они будут все уничтожены. Потому что, ну, они не терпят кого-то еще, чтобы здесь был на земле. Понятно, что они будут вылавливать. А все бункеры, которые построены, они же все известные. Вот это мы, нам только неизвестно. А за кулиса все знает. Поэтому она всех, в общем-то, приговорила уже давно. Поэтому, если уж сохраняться, то сохраняться всему человечеству. А в бункерах не выживешь. Поэтому, может быть, они и не запускают по-прежнему этот катаклизм, так как, ну, не уверены в том, что они выживут и ищут, может быть, какой-то другой вариант, как бы, чтобы уничтожить людей, но самим в то же время уцелеть. Хотя они ведь могут на космических кораблях, допустим, того же Маска, просто подняться в небо и переждать. Кстати, что вы думаете насчет того, что предсказания по поводу, как бы, сил зла, которые должны спуститься в мир в виде какого-то нового мессии, который должен уничтожить человечество, что это Илон Маск. Что вы об этом думаете? Да, я думаю, что Илон Маск вряд ли к этому имеет какое-то отношение. Но он в какой-то степени может быть и связан за кулисами, но это тоже не обязательно. Его могут и в темную использовать. Как правило, вообще все используется в темную. Ну, все люди используются в темную. То мало кто понимает или как бы официально переходит на сторону захватчиков, да. Ну, они же люди. И они все равно стараются как бы не только, чтобы им было хорошо, но они не хотят, чтобы было плохо вообще всему человечеству. Вот поэтому здесь я думаю, что именно эта причина является препятствием для того, чтобы уничтожить вообще человечество. Потому что даже те, которые служат им на сегодняшний день, они все равно остаются людьми. И они все равно делают так, чтобы людям было неплохо. Но, во всяком случае, не уничтожались они. Да, полностью согласна. Непонятно, конечно, что можно сделать в этом случае, особенно учитывая то, что, я не знаю, заметили вы или нет, но последние несколько месяцев людей жутко травят. Я не знаю, через что, может, через еду, через воду, но у меня абсолютно все клиенты поголовно, и я смотрела статистику в интернете, жалуются на отеки, что жуткие отеки. А отеки, ведь это воспаление, наверняка что-то там есть, потому что я недавно попила какой-то воды из обычного бутыля, и у меня потом горчило во рту целую неделю. То есть такое чувство, что мне попался какой-то отравленный бутыль. Но я сомневаюсь в том, что это какая-то случайность. Мне кажется, сейчас это действует целенаправленно, и как бы они еще изнутри постоянно что-то делают. Ну это да, они сейчас... Ну у нас Дума недавно приняла закон, что надо, значит, очищать воду, и туда стали пускать антибиотики. Вот. Но это в России, да. Потом эти химтрейлы как травили людей, так они и травят, а там они пускают и прит, и фосген, и хлор. Ну, то есть все, что, в общем-то, способствует обжиганию легких, да, вызывает вот это химическое воспаление легких, да. Ну, врачи, это, ну, правда, там среди них ходят, конечно. У нас же есть ассоциация независимых врачей, которые это знают, которые пропагандируют, но у них нет трибуны, естественно. Они не могут ничего сказать для всех, что стало известно. А химтрейлы не только в России, они везде. Вот, и они в Соединенных Штатах. Потом они используют вот сейчас вот климатическое оружие. Ну, хоть говорят, что это Россия якобы там использует против Америки, ну, не так. Америка,
в данном случае она управляет, она никак не может против себя что-то сделать руками россиян, да. Это делает за кулисами, но сваливает на Россию теперь. Сейчас вот эти вот все циклоны, там, эти тайфуны и прочие катаклизмы, которые идут, ну, это все за кулиса. За кулиса, которая, в общем-то, у них же гавах, то есть большая жатва, а ее не, она не получается. Вот не получается, война, в общем-то, схлопнулась, пандемии схлопнулись. Ну, сейчас они вроде как новую там подготовили, но я не думаю, что она не схлопнется, потому что врачи, они все более грамотнее и грамотнее становятся. Даже если их ни о чем не говорить, им они все равно же, ну, люди мыслящие, они понимают, что что-то не так. Ни с этими вакцинами, ни с этими пандемиями. Это, конечно, жутко, потому что они ведь вот этими уколами, то, что вы сейчас назвали, они снизили иммунитет людей просто до нуля. И я заметила, что сейчас в разных странах идут вспышки разных вирусных и грибковых заболеваний, явно созданных в лабораториях. И очень многие люди сейчас умирают. И знаете, какую статистику я обнаружила вот именно у тех, кто уколнулся два и больше раз? У них отрастают в голове полипы чаще всего. Но бывает такое, что и по телу растет очень много полипов различных новообразований. У кого-то злокачественных, у кого-то доброкачественных. Поэтому я бы лично от себя посоветовала каждые полгода ходить мониторить полностью весь организм тем, кто кольнулся. Я не знаю, что это такое, но мне кажется, это все было сделано специально. Конечно, конечно. Это все для того, чтобы большую жатву все-таки осуществить. Но вот дело в том, что, допустим, те же пиявки, да, вот когда ставишь себе, они разжижают кровь. У нас же кровь, в общем-то, из-за того, что там развиваются всевозможные бактерии, грибки, микробы, да, она загустевает, и поэтому у нас не все клетки получают питание. Не во все капилляры загущенная кровь может пройти. А вот пиявки... Ну и потом есть препараты, которые разжижают кровь очень хорошо. Вот если это все принимать, то можно, в общем-то, противостоять. Тем более, если вы не прививаетесь, да, а прививки, они же... Ну что такое прививка на сегодняшний день? Вот раньше, когда делали эти прививки, там все-таки вводили ослабленные микробы. Микробы, которые или... хлороформ там помещали, или в спирт, или там в перекись водорода, а потом вводили уже ослабленные. И организм с ними легко справлялся и вырабатывал иммунитет. Сейчас, значит, берут и высушивают этот экстракт, ну, то есть превращают, а там уже они же в цисты превращаются. А эта циста, она, это здоровый организм, который, попав в нормальные условия, он начинает размножаться. То есть сейчас не прививка, это фактически заражение. Вот при нынешних формах прививок это заражение. Причем у нас же вот те же детишки за 10 лет или за 11, сколько сейчас там они учатся, они получают 84 прививки. Первый год 27 прививок. Это вообще офигеть. То есть его лишают полностью всяческих иммунитетов. Вот, но это в России. Нас... Ну, это повсеместно. Это повсеместно. Тем более, смотрите, в той же Индии там тоже делают прививки. Капец. У меня только одна прививка, и то я переживаю. Тут 27. Это вообще нечто. Так вот, в той же Индии там делают тоже прививки, но там не вкалывают в кровь. Там наносят на слизистую носа. Это правильная, в общем-то, постановка вопроса. Прививку надо... делать через барьер. А у нас ведь вкалывание в кровь – это прямое заражение. Ну, и я вообще удивляюсь, как у нас те же... Ну, кто у нас вирусологи, кто у нас эти эпидемиологи, они же все, это, все эти вещи знают, или они совсем ничего не понимают, делают такие вещи. Ну, и потом, видите, прививки вообще, у нас же Дженнер ввел эти прививки в 1700, вернее, в 1600,
В 89-м году, когда вот снесли Бастилию, помните, да? А он внес, он как внес? Он же сделал якобы такое наблюдение, что доярки, они не болеют оспой. Потому что вот у них, ну, руки там есть трещины какие-то, туда попадает вот вакцина своеобразная, да? Кровь с этих, ну, и молоко зараженное в эти... Значит, повреждение кожи, и они прививаются, и поэтому они не болеют оспой. Оспой вообще никто не болеет, потому что оспа – это искусственный, выведенный штамм, который существует только в организме человека. Никакие коровы оспой не болеют. Если сейчас они называют чем какую-то там болезнь оспой, но там совсем другие возбудители идут. И вот там ввели вот эти вот масочный тоже режим, значит, нельзя там нигде ходить и все прочее. Это же почему Бастилию-то снесли? Ну, потому что пандемия была. Садили людей, там штрафовали их. А кто мог платить такие деньги? Там сумасшедшие суммы были. Вот, и там не только Бастилию, там снесли в то время очень много тюрем. И поэтому Дженнер – это, в общем-то, фейк, который, в общем-то, сейчас стал... Традиционно нам стали делать прививки. Вообще прививки нужны, но не от того, что вот мы это, там, чума, там, значит, тиф, там, сейчас против всего, ну, там, против всего делают. А прививки нужны, вот, заболели чем-то, да, вам надо ввести ослабленные действительности вирусы, там, бактерии, микробы, ну, что вызывает эту болезнь? И чтобы организм с них начал вырабатывать эти вот лимфоциты, да, которые, в общем-то, несут информацию борьбы с этим вирусом, бактерией, там, микробом, да. И он тогда может сильные победить, здоровые эти, неослабленные штаммы. Но у нас делают все наоборот, все делают против человека. Поэтому, в общем-то, с ними сложно бороться, потому что в их руках медицина, в их руках образование, в их руках, значит, все средства массовой информации. Ну, как тут здесь с ними бороться? Вот сейчас вот хоть интернет есть, но и тот хотят, в общем-то, закрыть, в конце концов. Ну, и, наверное, закроют. Точно. Я уже даже думаю, что может воспользоваться тем методом, который вы мне подсказали на одном из эфиров, как отсюда выйти. Я уже знаю, в принципе, какое место можно найти для этого. Так мне матрица, после того, как я это решила и начала планировать поездку, начала подбрасывать разные ситуации, которые постоянно выбивают почву из-под ног и как бы даже не дают заработать. Представляете себе? Хотя никогда таких проблем не было. То есть явно матрица удерживает таких, как я, здесь, не дает выйти. Хотя я насовсем выйти не хотела. Я хотела выйти, оставить свои вещи в сейфе. И потом через какое-то время зайти, забрать их, как бы взять карту и продолжить здесь существование. Но они даже этого не хотят. То есть очень боятся. Но я думаю, у меня все равно получится. Ну, это здорово будет. Я потом... так поняла, вы будете, да? Сюда, туда-сюда. Да, пока нам тоже, мы тоже постараемся выйти. Очень, очень классно, да. Я думаю, что это может получиться. Просто я уже даже не знаю, что здесь оставаться, если люди как бы такие каменные, и они ничего не предпринимают. Просто руки опускаются, когда видишь. Вот. Они готовы рассуждать очень долго, дискутировать, даже в наших комментариях. Ой, спасибо, как интересно, слушают, как сказки. А предложить что-то и что-то сделать как бы никто не может. И это, если честно, это очень расстраивает. Ну да, это, конечно. Это все та же проблема. Спящие люди, которые не хотят, в общем-то, думать о том, что все это за кулисой, и надо бороться за кулисой. Да, как с ними бороться, непонятно, но уже видно, какие-то, конечно, никакие подвижки видны, то, что как бы все сейчас говорят о том, что происходит в Голливуде, но это только песчинка зла из всей пустыни, песчинок, которые там происходят. Но уже хорошо, что об этом начали говорить, я надеюсь, это выльется во что-то более серьезное. А вот также хотела спросить насчет острова Миллионера. Это остров Эпштейна или это другой остров?
У нас вообще считается несколько островов-миллионеров. Но вот о котором я говорю, о котором Зорин говорил, это остров, который нигде не засвечен. И туда вот те, кто нагадил много человечеству, да, они туда уже перемещаются. Ну, их перемещают, делают там искусственную смерть, якобы смерть, а в реальности они попадают на этот остров. Ну, таких у нас много. И в нашем правительстве есть такие люди, и я уверен, что и в других правительствах такая же история. Ну, во всяком случае, в ведущих стран это характерно. Я думаю, на этот остров можно попасть в Австралию, скорее всего, и хотя бы узнать, где он, ну, узнать, что там вообще происходит, потому что я заметила, что даже... Я всегда считала, что здесь много людей, кто выходит в астрал. Но вот пока я живу, я поняла, что мало кому эта тема, мало того, что интересно, так мало еще кто выходит. Так что я думаю, те, кто способен это делать, могут выйти в астрале и посмотреть на это все. Дело в том, что, смотрите, у нас говорят, там выход в астрал. В реальности у нас астрального тела нет. У нас есть астральная оболочка только. Эфирная оболочка есть. Эфирная, астральная и ментальная оболочки, они... появляется именно после того, если это были тела, и когда человек погибает, умирает, эти оболочки, ну, вернее, эти тела, они разлагаются вместе с телом. И поэтому человек, который пришел в этот мир, надо снова создавать это астральное, ментальное, эфирное тела. То есть оболочки превращать в тела. И тогда уже можно путешествовать, потому что сейчас, если путешествия происходят, они происходят за счет души. Душа может путешествовать, и дух может путешествовать, если он есть. И астральное тело тоже может путешествовать, если оно есть. Так вот, надо сначала создать тело. А когда тело уже создано, астральное тело, оно специально создавалось для путешествий. Поэтому мы и говорим по привычке, что астральное тело, но его нету у большинства, ну, в принципе, у всех. Его нет. А тело, там есть методика создания этих тел. В жительстве это все практикуется. И, короче говоря, они могут в реальности путешествовать не только по нашему миру, они могут путешествовать и по внутренней Земле, и по параллельным пространствам, и по другим вселенным, и по другим звездным системам. Ну, и когда его теряешь, в общем-то, не страшно, потому что у тебя остается еще эфирное тело, еще казуальное тело, еще душа и все прочее. У нас вообще была раньше задача каждое тело превратить в бессмертное. То есть и казуальное, чтобы душа была. Но у нас только сейчас душа осталась бессмертная. Теоретически. На практике она в реальности у нас умирает очень быстро. Потому что, ну, много всяких факторов делает, чтобы душа долго не жила. Те же самые новые языки, искусственные введения тоже приводят к смерти души. Вот внезапные смерти часто происходили именно из-за того, что человек перешел на другой язык. А душа, она говорит на древнерусском языке. У нас, потому что, ну, вот в Канаде, например, были такие случаи. Приходят детишки русские, да? Ну, вот, и писатель начинает говорить на русском языке. С чего вдруг? Ну, потому что душа говорит на русском языке. И тем более это все через сердце идет. Душа вообще вселяется и живет в сердце. Поэтому, когда вот сердце меняет человеку, да, обычно человек уходит в ту семью, ну, в которой погиб человек у него, потому что его сердце. И у него душа там все равно остается. Это уж точно. Я помню, когда начинала свои выходы в астрал, тоже я чувствовала, что я как бы просто как шар бесформенный. То есть мне было тяжело даже смотреть. У меня все вот так вот расплывалось. Мне нужно было, как бы, от Кастанеды советовал на руку, потом на стену, как бы так вот полностью создавать с нуля это тело. А потом оно стало настолько плотное, что я однажды летала там возле одного памятника в центре города, и на следующий день все сайты писали, что видели привидения. Я на 100% уверена, что они видели меня, потому что я еще и задиралась к ним. То есть мне было интересно, кто-то почувствует или нет. Поэтому астральное тело и вправду можно вот так уплотнять. Я еще ставила спички возле кровати на стол, так, чтобы чуть-чуть смахнуть, и она упала, и смахивала, и двери вот так вот открывала, которые легко открываются. То есть можно астральное тело еще и уплотнять, и это очень крутая возможность. Ну да, его можно превращать почти в физическое тело. Почему? Ну и
крутые йоги и святые, они могут сразу одновременно находиться в нескольких местах. Потому что они посылают свои тонкие тела в разные места и могут там присутствовать. Ну и там же еще у нас как бы вот это сознание, да, у нас сознание только одно сканирование, да, идет. Ну, то есть вот мы одну только ситуацию можем, когда вот много ситуаций сканируется, да, то есть слушает, там говорит, пишет, одновременно все, то тогда можно работать сразу с несколькими сознаниями и сразу воспринимать мир в нескольких местах. То есть это как бы уже центр управления наш мозг получается, да, и все остальные сознания, они все здесь. То есть человек может одновременно управлять или получать информацию из разных точек одновременно. Очень интересная информация. Спасибо большое. Будем думать, конечно, что делать. И, как всегда, можете дать, может быть, какой-то посыл, какое-то напутствие нашим читателям. И на какую тему мы в следующий раз будем общаться. Если у вас какие-то идеи, или, может быть, читатели пусть напишут, что сейчас актуальнее, или, может, у них есть какие-то интересные истории, которые мы можем на эфире зачитать и прокомментировать, если, конечно, вы такой формат приветствуете. Да, ради бога, это было бы здорово, если бы каждый какую-то бы историю рассказал, мистическую, там, фантастическую. Да любую, которая чем-то интересно привлекла его внимание, но, я думаю, привлечет и наше внимание. Обмен информацией – это как бы расширение знания о мире, в котором мы живем, потому что мы его практически не знаем. Ну, много чего не знаем, это точно. Это так и есть, да, так что будем ждать. Какой посыл вы можете дать вот сейчас нашим читателям, на чем им сконцентрироваться? Ну, вообще можно и лучше, наверное, развиваться. Развиваться, овладевать всевозможными ситхами, да, потому что они, в принципе, реальны. Если вы, ну, вот в древе православия есть принцип, все представимое реально. Если вы представляете, что владеете чем-то, значит, вы будете владеть этим. Ну, только надо долго и много представлять, чтобы это появилось. Но это один из таких вариантов. Но он нас, в общем-то, может приблизить к тому, что мы можем, в общем-то, оказывать сопротивление этой закулисье, которая, в общем-то, нас совсем ни во что не ставит и собирается выкинуть с земли. Да, думаю, почаще нужно заявлять о своих правах еще, может быть, квантово. Вот я часто говорю, что если кто-то мне желает негатива, кто-то лишает меня моих прав, то я обнуляю это и по несколько раз на день говорю. Может быть, и людям тоже говорить несколько раз на день, как бы своему духу, своим телам, высшему закону, что они требуют нормального, скажем так, справедливого обращения, поскольку это наша земля, ну как, не прямо наша, да, не моя точно, но в любом случае, то, что я здесь родилась, я уже имею какие права, так же и другие люди. И просто хотя бы внутри себя постоянно делать эту манифестацию, может, это поможет как-то. Тут видите, какая штука. Дело в том, что у нас есть такая теодицея, да, когда человек кого-то оскорбляет, кому-то что-то желает, все приходит к нему. Он отдает свое здоровье, он отдает свою жизнь. Поэтому, если вас много критикуют людей, это хорошо. Хорошо, потому что они вам дарят свою энергию, свое здоровье, свою молодость. Вот. И чем больше таких будет людей, тем вам лучше в реальности. Поэтому ничего не надо делать. Оно все к вам приходит. Такая теодиция действует. Без нас она создана и без нас она работает. Ну, я просто смотрю по своей, так сказать, судьбе, кто как что говорил, вот и как он кончил. Ну и то, что я, допустим, имею столько всевозможных покушений и живой, ну, это тоже благодаря вот этим людям, которые критикуют. Обязательно бумеранг их накроет. Это только дело времени. Конечно, ну, да. Тем, что они считают, что они не виноваты, возможно, и правильно поступают, может быть, они как-то себе помогают этим, я не знаю, потому что я заметила, совестливым людям быстрее прилетают. Как не знаю, почему-то. Ну, это естественно, да.
Потому что они все-таки на нашей стороне, хотя они позволяют себе всякие там неприятные вещи, но не наши. А кто с их стороны, да, им прилетает, но попозже. Ну, прилетит все равно, потому что ДЦЭТ, она работает не только на Земле, она вообще в космосе. Не желайте никому зла, живите свою жизнь, и все будет в порядке. Но если вы будете желать зла другим, вам это вернется. Помните об этом. Да. Совершенно верно. А скажите, можно желать возмездия? То есть, если человек делал, делает плохо и будет продолжать делать, можно ли просить высшую силу и разные силы, да, чтобы обратили внимание на этого человека и попросить возмездия? Это корректно? Но в реальности у нас вот как бы вот у старых воров, вот, а воры вообще-то это жрицы были раньше. Вот, только не воры, а вары. Вары. Вот, но изменили немножко звучание. Так вот, у них есть такой принцип. Если ты хочешь кого-то закопать, копай вторую могилу для себя. Потому что обратка она все равно будет. То возмездие, вот, наоборот, пошлите ему любовь. Любовь – это зеркало. Поэтому все человек получит. Вы реально пошлите ему любовь. Пусть у него будет все хорошо. Дай Бог ему здоровья. Вот. И он лишится и здоровья, и всего хорошего. Ничего не будет. Очень интересно. Надо будет попробовать. Что ж, спасибо большое за информацию. Было очень интересно и приятно пообщаться. Хорошего вам вечера. Спасибо. Благодарю. До свидания. До свидания нашим читателям. Да, всем до свидания. Всего хорошего. Всего хорошего.